Всякие вот эти китайские компании, они прикольные. Я помню, там скачивал этот Ван Ли, если ты играл. Там, типа, ты изначально на самолете спавнишься, а там эти четыре парашюта, типа, как чтобы спрыгнуть. На этом заканчивается первая карта. Потом там по китайской стене бегаешь. А в конце ты, короче, понял, типа, должен спастись так. Там, короче, корабль, и он, типа, получается, во льду застрял, типа, заморожен со всех сторон. Замерз вода. И ты должен, типа, раскидывать фейерверки, типа, взрывать, чтобы, ну, типа, лед растапливали. Типа, со всех, короче, сторон и потом, типа. И вообще прикол, на этом льду ты еще скользишь, как капец. И ты на нем не повиснешь, если ты к краю подлетишь, ты тупо в воду сразу. Ну, карта реально классная. И такая еще музычка колоритная там. Китайский саундтрек сделал. И че, блин? Типа такая топовая заставка. Нихуя себе. Нихуя себе, Лёля. Ага. Что-то там, да. А какая-то сложность нормально стоит? Адвенсер? Не, блин, сейчас там пиздаться духу. Фига мне, пинга. Тебе, по-моему, поменьше был пинг, когда я локалку держал или нет? У меня 104. Лол, мы уже даже в это зашли. Выйду уже зашли. Пока стояли. Да-да-да. Теперь телефон. Ничего. О, какой. Слышь, выстрел из пистолета. Лол. Не бралось. Слышь, какой выстрел. Прикольно. Вот это он заменил, походу. Ой, я кому-то звоню. Нихау, блин. Я так и понял. Так нихау понял. Лоу, тренер еще испиздил вот эту аптечку. Скотина, епта. Она единственная там лежала. Зачем я подумал, что это был дефиб, я думаю, с херальным дефиб взял. Понял, что это аптечка. А вот, смотри, вот аптечки есть. Вот смотри, какие аптечки. Типа. У меня, конечно, замененная она, текстура. А ты когда в руки берешь, она типа черная такая, да? А, да, странно. А у меня типа она HD-шная. И это типа менее типа анимация. Он ее держит не вертикально, а горизонтально. А ну стоп, сейчас. Переставил этот. Я понял, вот эта подсветка нам как-то больше доставляет. Если хочешь, могу скинуть, типа, подсветка ауры сейчас, типа, покажу, как я в Дискорд скину. Такая, типа, она как-то более яркая. Там, когда за зараженных играешь, там тоже она, типа, зеленая, там еще что-то. Куда тут идти вообще? Там вообще что-то есть хорошее? Кстати, было прикольно. О, сковородка. После такого у зомбака точно разболится голова. А, да, я видел. О, прозрачно. Походу в дверь надо идти сюда, в ворот. Да-да-да-да. А куда я птите? Наверх, что ли? Тут лестница какая-то такая стрёмная, эта лестница. Сюда, походу, наверх. Блю-лё какой-то. Бомб. Не-не. Чё, он дамажит? Не? Бомжи побежали. Ага, там сверху там. А, не сбоку побежали. О. Перезаряжаю. Бля, что это было? Перезаряжаю. Да нет. Ах, ты же скотина, 5 хп сносит. Все наверху, наверх, походу. Балкончик. Звук от пистолета, конечно, прикольный. Этот звук, короче, от пистолета больше подходит к тому пекулю, который у меня замененный. У меня, по идее, кольт стоит. Перезаряжай.
Переезжаю. Отсюда, походу. Где? А, да-да-да, кстати. Он, кстати, замененный у него тоже она. А это типа как у этих. Я помню, в колде такой был. Лол. Свет погас. О, все, пизда началась, типа. Все, смерть. Апокалипсис. Блядь, упал. Бля. Сейчас обходить надо. Ты что, ты все потырил? Скотобаза, бля. Что это, да? Еще такая музычка началась напряжена. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Блин. Тут дальше не пройти даже. Ой, кура идет. Осторожно! Ты сейчас. О, хорошо, легко подставил. Эй, осторожно! Да и откуда он бьет? А что тут? А, тут такие еще эти ставят, как будто для зараженных. Херась. О, я нашел тоже эту снайперку. Убился. Во, о, нихерась, тут свет. Это тебе подбираю. Да. Он сейчас таким, короче, этим подбирает снайперку. Наверное, если бы у меня текстуры были незамененные, то нам типа были бы типа они. И все от первого лица такие же. Рошельч тоже пизды там получила. Держись, сейчас я тебя подлечу. Ой, нахер я. Блять, ебаный тренер. Скотина, ебс. А куда идти-то? Наверх? Так куда лучше. А? Да, похоже. Мне кажется, сюда надо прыгать, не? Нет. Это тут закрыто, да? Чё-то как-то тут непонятно. Может... Может, там внизу открылся? Вот эта дверь. Нет, не открылся. Умер где-то. А где рукопашки? А. Готовы? Хера себе не вылез. Не вопрос. Охотник! Толстяк! Тихо. Ёпта. Это еще и курила там. Перезаряжаю! Картошка, да-да, как всякая хрень. Ничего. Походу автор забил на нее, когда создавал карту. Она с таким звуком, еще таким звенящим, снайперка подбирается. Вытаскивается. Блять, what the fuck? Че за говно, блять? Куда-то я зашел в зону, блять. Перезаряжаю! Давай. В зону невозврата какую-то зашел. Только тянет потом. Россия, там бесконечно. Да еще, если боты еще сквозь меня не стреляли. Твари, ёпт. Кстати, насколько я... Я, короче, когда смотрю видосы по бете, либо, короче, этот, либо там просто, когда они тогда играли в этот, в копе, то там, типа, да ёпт. У них, короче, ники не отображались. И там, типа, они были подписаны как боты все, типа, когда играли же в мультиплеере. Либо, короче, боты по своим стреляли. Типа они там тимкиллили, но типа имя у них было ботов. Забавно. Лечи веча. Забавно, конечно, если в бетке боты по своим могли стрелять. Ну типа, если понял, короче, смотрел видосы по бете. И там типа, когда они играли в мультиплеер, типа разрабы, то у них типа ники не были отображены. Ники это были боты, хотя они там, наверное, они там играли. А по факту боты, может, стреляли по своим, возможно. Ой, ебать, она агрится уже. А там какой-то рычаг.
крикет бэт. А у меня крикетная бета, короче, бета, блин. Крикетная вита заменена на этот. Видел там? На теннисную ракетку. Я как не попасть туда? В колодец? Ну, нет. А ну-ка, стой. Ну, окей. Так я не заметил, где ты видишь? Ведьма. А. Сейчас она вылезет откуда-то, ёпт. Она еще невидима, но какая-то, блин, смотри. Какое-то привидение, ёпта. У тебя как ведьма она выглядит? У меня какое-то привидение, ёпта, тут замененное, походу. Ебать, рандомный бумер. Я вплю устрелил. Короче, у меня там типа какое-то привидение такое было. Все, на походу нельзя. Здесь есть оружие. Ага, только куда? Из. Вот бита. Зачем прятаться-то? Кто там? Ебать. Замуровали, блин. Это гром. Эй! Это ты сказал? Блять. А, походу танк, блять, вот поэтому и хайдинг, ёпта. Ебать. Ебать, я не вижу его, блять. Какой-то дым появился. Он тоже не видит. Он не невидим, он тоже какой-то монстр. Какой-то чужой, ёпта, чуть ли, блин. Ебать, он жесткий, конечно. Блять, он пизды дает конкретно. Помогите, помогите! Я еще и дома. Сейчас он меня прикончит! На помощь! Ах ты тварь. Ах ты тварь. А ты умрешь, ёпта. Он еще и меня добивает, что за тварь. Еще у него хп-то так до хера идет. Даже для адвента, да. Они вообще не стреляют, ёбаный рот. Так добежали, блин. А они как твари последние. Да. Да бляха. Да ёпта. Дверь. Ага. На телефон я что-то не могу ответить. Они. Не ответил. А теперь меня нихера нет. Ну, короче, пошли, пов. А может, сейчас в этой комнате что-то есть? Тут, по-моему, аптеки были. А в эту комнату не затеклось. Эй, тут есть пушка. Ну, кстати, странно, что ее нет. Перезаряжаю. Ну да, там вообще только тренера в прошлый раз взял. Куда не ебто понабегал. Короче, побежали сразу на бег. Да ебаный. Да хера наглые какие-то, блин. Бомжи эти. Давай сразу сюда сейчас идти. Это, блин, знак прозрачный, точнее, этот фонарь прозрачный. Сюда ж, короче, а, сюда можно было зайти, это что-то есть. Блин, грязи люди, ебаные. Опять потухло. О, он тухнет у всех, оказывается, даже если ты не находишься в той комнате. Сразу сюда. Я по идее взял.
да. Я сейчас прорашить по фасту. Там пока там раздуплили. Грязелюди здесь заебали. Осторожно, тут грязелюди. Нет. Не, не пойдет. Блять, опять этот дрочь. Зона невозврата, блин. Вот они! Кстати, еще и снайперский прицел включается. Снайперский прицел у меня что-то включился сразу же после этого. Наверное, у кого снайпа есть, он типа сразу заходит типа в режим прицела. Они там сзади кого-то хе... А, они только спереди. А, верс, теперь же твоя локалка. Они теперь у тебя не летают так. Или летают. Перезаряжаю. Теперь у меня бомжи не летают. Точнее, бомжи не летают теперь. Я тебе повод даже на сервер поставил эту хрень. Ага, пока. Охрен с овечкой. Какая-то она слишком вечером судит, а блин, этот есть. Молотов. Боеприпасы. Хер его знает, нема. Походу. Блин, ну танка, наверное, надо назад отводить. Ну его на. Хотя он в натуре незамененный был. Здесь блевота толстяка. Обычный. Здесь аптечка. Лол. Лол. Беру банку желчи. Ага. А походу типа какая-то. Бля. Не, ну типа, наверное, тут по скрипту какому-то. Она типа настоящая, ну, типа, он пропадает сам по себе. Все возьмите себе оружие. Охотник! Неплохо! Плевальщица! ХЗ, не есть, бляха. Бля, я застрял. Только что. Да ёб твою мать, чё я, блин, дамажа с этой пилоты? Не, я вот залез вот на этот. Или не знаю, на эти коробки. А, я походу там остался в прошлый раз. Окей, тогда. Тогда давай сюда вперед пошли. Сейчас за него. А, блё, в него кинь. О, только бомжей теперь на... Ну ладно, пизду. Пусть они там... Пусть они там развлекаются. О, тут эти... О, ля как... Ля, сука, что это? О, что это за... А, это шприц. Не, это тот же. Эти бомжи нахер. Сраные. Да ёб твою мать, чё... Да шо вы... Помогите... Почему не могу их подобрать? Да. Почему не могу только что подобрать осколки, блядь, бомжи какие-то дикие, нахуй. Может, понизить до нормала, потому что чё-то танк какой-то слишком дерзкий на Advanced. Я чё-то не понял, бля. Или пофиг. Ну ладно. Не, просто у него, кстати, реально дохера чё-то хп. Тут, походу... Эй! Откуда теперь бомжи тут берутся? Туда их не было. Там он аптека в этой комнате. Там самый первый. Сейчас, вот возьми тут аптеку. Какая дичь. Кто тут ко мне на сервер залетел? Теперь зомбакам не поздоровится. Это и правда грязевики. Да, бля. Осторожно.
А мне интересно, вот эти паркур-карты, это как они запускаются. Потому что только что их, кстати, в списке не было, когда я пытался выбрать карту. Они, наверное, в этом, в выживании, походу. Да-да-да. Сразу музыка вырубилась. Перезаряжаю. Лол, только что был бомж из первой части. Закурили эту, блядь. О-о-о. А тренер, блядь, тупит, нахуй. Тут сбился еще даже. Я возьму таблетки. Блядь, еще с танками делать, и хуй пойму. Ну, короче, назад отбегать будет. Нет, так сразу изначально не спускайся, я же не спустился. Вот это пофиг. Ну, короче. Может, кстати. Ебать, у меня теперь нихуя вообще не. Ну, иди туда вперед. На эту трешню. Сейчас спокойно. У тебя тут, по идее, прицел включится. Наверное. Давайте они уже. Ага. Уже пиздит. Ебаные скрипты. Перезаряжаю! Блять, Рошель, куда ты прешь? Берет передо мной, вылазит, блядь. Сраные боты, бля. Сбивают. Какой бумер, а? Ну. Бляха. Надо перезарядиться. Охотник, курильщик. Это же тебя не работает, это же Кей, Спитер и Чарджер. Блять, поэтому вообще ты хер с ним. Я тебе так скажу, с огнем играешь лучше. Какая-то наебка. Я залезть теперь мимо класса. Типа, пока она тебя не убьет. Да. А, лол, я в натуре взял, короче, эту. Ракетку. О, дробовик. Вот, трошелька скинула. О, нет. Мне очень помогло. Скотина, блин. Ладно, лучше мачете, наверное, наоборот. А это, кстати, прикольно. Как у него зуб. Такая ракетка, блин. А где там что, реально бита была обычная? Не заменил? Чё за херь? Какой-то он бичевский, хантер. Давай проверим, давай не будем вообще спускаться, типа будут на край подойти и на коробку встать. Вы с ним просто ближе подойдут. Чё, не, блин. Алло. Блять, у меня аж подвисло нахер. Пиздец, как его все равно убивать? Ну, давай. Кстати, да, он может сюда не пролезть. Хотя не, пролезет. Хотя, кстати, может и нет. Не, пролезет. А, класс. Нам пизда, блядь. О, бля, стреляй. Сейчас попробую с рукопахи его. Пока на тебе. Пока на тебе сейчас я попробую. Он, блядь, умрет сегодня, нет? То он умрет сегодня, нет? Это боты какие-то охеревшие. Да чё он неумираемый? Я чё-то нифига не понимаю. Сейчас попробую прорашить, может там респать это будет. Если меня кто-то
пизды, блядь, даст, короче. На помощь! Постойте, мне нужно подойти. А, блядь, точно. Ладно. Хер его знает, пофиг. Проверим сейчас, где там второй тут. Бомжи пошли. Ага. Да, от второго от музыка заиграла, а вот какого прорашить. Да идите вы нахер, бомжи. Я не понимаю, они какие-то тут слишком дикие. Мне это что-то так же по жести блочат. А третьего лица врублю, блин. Блин, надо было наверх подняться. Кто, блядь, эти? Ёпту. Бля. Понятно, kill the tank. Ага, я, бля. Походу. Канапому до жопы. Смотри, какая тварь. Я не понимаю, что он такой неумираемый. Сколько у него, ёпта, хп, блядь. Что-то я нихуя не пойму. Да я просто не пойму, у него, кстати, реально. Мне кажется, норм у него, они тоже были до хера хп. Ну давай. Ну, типа, я не знаю, на эксперте, блин, все равно. Тхер, блядь. Сковородку. Ой, начинает опять быковать бомжи. Один бомж у нас в первой части тут спавнится. Он тут всегда. Ой, бля. Ой, там жопа еще, ебаный рот. Помогите. Эти бомжи, сука, проходят через эту хрень. Бля, убей их. А, нет, я не зашел. Потому что бомжи что-то до хера, блин, лезли. Он еще жопа куда-то бежал. Да идите вы нахер. Сейчас свет, кстати, не потух. А. Понятно, короче. Да, конечно, как бичи заблочили. А что, если интересно, кто-то останется за этой линией? Кто-то побежит, танка сагрит. Все равно, блин, кому-то из нас пизда настанет. Ну, странная очень хрень. Ага. Так что, надеюсь, бомжи, блин, не вдрочат. Какая, блин, еще. Вот сейчас, ёбаный рот. Где они уже бегут? Алло, ты рандомный бумер. Осторожно! Перезаряжай! Перезаряжаю! 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 Дьявол, осторожно! Ты чё же так до хера? Перезаряжаю! Перезаряжаю. Чувак, я слышу где-то вроде снайпера. Перезаряжаю. Откуда? Эх, ты из толпы вылез. Стреляйте! А ну-ка, стоп, я сейчас даже хочу интересно глянуть. К чему вообще эти карты относятся? Вот эти две паркурные. Если там вообще написано. Мне кажется, они относятся к выживанию. Компай, ну нахер не написано. Ведьма, это погаси свет. Нет, я не плачу. Мне больно. Жить буду. Могло быть и лучше. Оу, да, так гораздо лучше. Старт локал сервер. Куда ли? Народ, мне нужна помощь! Эй! Либо эта карта просто именно заменяет охотник. Текстуры на оригинальные, типа, карте вот. Охотник с Сапу Рошель! Эй, мне тут срочно нужна помощь! А?
Саймон, а то теперь лезь к тывичке. Здесь есть боеприпасы. Ну я в пизду. Да ну я в пизду тувичку, честно. Игорь, совряд ли. Здесь есть оружие. Убивай ее тогда. Все. Ну да, тренер все пытается. Ты в порядке? Больно. Ты в норме. За мной должок. Тут бита для крикета. Так, чувак, соберись. Не раскидывай. У меня там эта хрень. Ракетка, ёпс. Покажите им. Извини, куда я снайперку побираешь? Я не знаю, нам придется похуй как его убивать. Хотя на нормале. Чем? На какой? Я не знаю сейчас, короче. Может, у нас не такой бичевский будет. Блять, спустился на ладно в пес. Вон он, блять. Бляха. Да ёб твою мать, с хера ли он все равно так много сносит или нет? Или мне так кажется? Блять. Или бомжи какие-то пропадают. Эй, стреляй, не останавливайся! Какие-то призрачные эти статуи. Сначала это, наверное, ебануть. Потом другого. Он что-то вообще какой-то, блядь, неумираемый. Рошель стоит там заблочено. Ампулик впереди. Сейчас тут второй сагрится, блядь. Я что-то вообще не понимаю, что происходит, типа. С хера ли он такой ди? За какой хуй он такой дикий, я вообще не пойму. Смотри. Я не знаю, по-моему, ему вообще поебать. Он уже должен сдохнуть, блядь, 300 раз. Неужели? Его хуй с них. Ты в порядке? Успокойся, с тобой все будет в порядке. Он из той залупы, с которой он вылез, по-любому, что-то должно быть, наверное, ништяковое. А, да. Ебать, меня там еще. Ёб твою мать. Смотри, какая-то альма, ёпта, заспавнилась, блядь. Пиздец, блядь, зашел нахуй. Не, ну я нахуй. Ну, походу, тут после его убийства еще товарищ. Блядь, какая-то мистика происходит, нахуй, она надо. Что за музыка началась? Осколки возьму. Ебать, жаки, блядь. Ёбаный. Так, а где второй, я не пойму. Статуя. Да. Странный такой. Ну и какая-то, бля, наркоманская хрень происходит. Бля. А за теперь пройти можно. Ну да. Блин, теперь можно пройти. Вот, суки, реально блочат. Ну, только когда танк. Охотник. Да, надо было плевать там сверху. Та тварь. Да ёб твою мать, приклад не успел нажать. Копыта. А, лол. Да ты чего мне мозги компостируешь? Какие грязевики? Лол, ебать, что это за магазинчик? Перезаряжаю! Перезаряжаю! А нет, ты, наверное, не убегал. Ранен и не могу скакать козлом. Да? А, эй, вы, живо внутрь! Муж. Ну, а да, внутри убег. Это такая странная, блядь. Эй, скорее внутрь! Стоп. Чего это, блядь? Все внутрь, да шевелите я... копытами! Так он тебе говорит, все внутрь, блять, куда внутрь-то? Лол. Че вообще за трэш? Ну, задала, конечно, сделано.
Что-то до хера у него хп реально было, я же говорю. Даже на нормале, типа. Ну да, по натуре еще и твоя респанулась. Херась тут, какая-то карта дикая, блин. Ну, у Вички хоть косарь хп был. Косарь 15, блин, как... Это возможно, если у меня всего лишь 1000. Да. Ну, он типа плюс еще какой-то накидывает урон. Хотя, по факту, куда его накидывать, если у меня всего лишь 1000? Его тоже не пойму. Че, брат, на эту же дверь выходить? Ну, а не. Ебать, дробовик стреляет, пиздец как. Аптека, тут еще есть шприц. Это не шприц. Блин, что это было? Когда я шприц открываю, такой звук ужасный. Такой же... Пусть прожигает. Ёбаный. Пиздец, вообще жестко как. А в натуре сюда выходить, я вроде дергал дверь. Чего не закрывается? Типа все, блин. Открыл. Блин, еще и туман теперь появился. Еще обратно. Я не понял. Блядь, одни грязовики, сука. Твари, ёпта. Звук, конечно, дробовика приходит. Бля, ой, бля, ой, бля. О, телевизор упал. Твари, сука, еще сюда позаходили твари, он сзади. А, бля, откуда? А, бля. Может, тут может пройти сзади, бля. А, да, через стенку твари лезут, блин, еще. А. Хуй, не стоит никаких там спотов. Куда это идти? Сюда еще? Конец карты. Нет. Назад, походу, в натуре. Че, не пойму, блядь, смысла, конечно, в этом. А где он, сука? Там еще жжок где-то. Это пиздец, блин, еще всплывают, блин. Он жопа сверху. Они еще с жакеями сливаются, вот эти твари. Точнее, жакеи с ними. В эти столбы, сука, выпрыгивают. А, вот, я думал, это грязевик. Вот, айдем. О, блин. Блин, затопило, ёпта. Теперь, походу, можно наверх, наверное, пройти. Или нет. Блок тут. Значит, туда. Да, блин, в натуре до хера. Какая-то карта такая несбалансированная для разных сложностей. Низко какая-то. А, это типа хп восполнили, лол. Нихуя себе ты там нахавал, блин. Я только один раз захавал, но ты не понял, что вообще там за прикол. Дверь пройти надо. А вот сюда, походу. Блево. Банка блевотины? Нет. О, двери сами открываются. Как в Нарнию какую-то. Блять. Классно, мне пизда, походу. Блин, когда картина упала, ёпта, она хотела меня убить. Бляха, ёбаный рот, вы чё-то ебать. Тут чё-то всё падает. Блядь, где я, нахуй? Don't look back. В смысле, don't look back. Блядь, а чё было сзади? Лома стиль портнула, брат, наверное, убил вот нахер, блядь.
пиздец какой-то. Да я тоже сначала гляну, потом думал, ладно, не буду. Типа... Опять упал? Да-да-да, там еще этот херач. А куда? А сейчас глянуть наоборот. Куда идти, ёпта? Надо сюда спрыгнуть, я не пойму. Блять, ну там лук бэфнул. А, блять, там сзади какая-то хуйня стоит, ебать. Там или ведьма, или что это за хрень. Блять, это прям какая-то стрёмная хуйня сзади. Нихуя себе, блять. Он, смотри. Да? Назад посмотрел. А куда ты прошел? А. Там, смотри, подсветился этот баллон какой-то. Что-то взрывать надо? Куда идти, ёб, я не пойму. Ну, сюда, если придешь, сейчас опять будет эта хрень. Да, какой-то баллон подсвечивается, у меня баллон уже не светится. Нет, у меня оно уже не светится. У меня там баллон какой-то в новый. Просто... Не понял, бля. Куда-то упал. Смотри, какая-то есть непонятная вот хрень. Я что-то вообще тогда не пойму прикола. Да, вот какая-то бита там типа лежит. Так, а что за баллон там? Вот, видишь, куда я смотрю прям? Потом прямо. Там какой-то баллон светится. Вот я то, что думаю. Сюда. Да ёпта, что тут за... Да, блять, он. Ага, нихера себе. Да-да-да, упало. Так, надеюсь, я сейчас... Ага. Чуть... Да, блять. Упало. Еще и боты со мной сюда упали. Сейчас они назад посмотрят. Пизды, блин, это похуй. Только я не пойму, почему. Как напрыгнуть до этой доски теперь еще? Это еще и с аптекой там где-то сдох. Я что-то не понял, блядь. Ну, типа кровать. Ну, кровать это... Ну да. А сюда не проползти тоже. Бита там, это вообще Люсиль лежит какая-то. Бита Нигана, блин. Обмотанная колючка. Блять. Чё за дичь? Типа, может, как-то... С этого стола. Эта лампа вообще материальная? Нет. Не, от доски они полетели. Не, лампа, лампа, она не материальная, если... Значит, через нее можно пропрыгнуть. Но все равно еще до нее, до доски. Мне кажется, или она... Она как-то, короче, не ровно, типа, лежит, она, на, короче, на боку, на ребре, или нет. Не, мне кажется, какая-то наебка. Нет, а ну туда как туда залезть? Там телефон еще один есть. Что-то я не пойму. Какая-то он фотка, как, каких-то он Ким Чен Ына, блин. Да-да-да, вот. Я сейчас приблизил. Да-да-да. Они, кстати, такие четкие. Каких-то китайских детей, блин, фотографировали.
Лекарды специально. Блин, а как тут пролезть, ёпта, я что-то не пойму. Ну, я уже пытался, вот проходил. Может, когда спаркурит, да, вот я как-то думаю. Сейчас как-то типа... Блядь. Ну, кстати, возможно. Я сейчас... Там, по-моему, хп больше отнимет. У меня и так уже 47 хп сейчас. В следующий раз придется колоться. Хотя, может, инкап, наверное. Блять. Ну, по идее, наверное, так надо как-то. Повороту. Надо сейчас третьего леса включить, может, что-то. Хотя нет, еще хуже, ёпта. О, текстура ублёвая, еще какая-то другая. Какая-то, блин, китайская смесь. Чё-то вообще нихуя не пойму, блядь. Еще-то, блин, может, наверное, отсюда. Да бляха. Шо ты, блин, манда, иди сюда. Черт, я ранена! Пизда, ебать. Помогите! Не, я не помню, кто туда прыгнул, что-то. Я тут проходил вообще эту карту, блин, можно глянуть. Может, все, можно пройти еще. Ага. Пиздец какой-то. Какие-то странные, блядь. Двери, может, что-то. Не, ну я не знаю. Кажется, я что-то себе повредил. Кто-то в натуре только перепрыгивает, только как? Ну, типа... Да нет, не допрыгну. Хотя... Очень странно, кстати, что она лежит. Может, её подобрать можно? А ну-ка, сейчас я подберу, попробую. Ну теперь я повышибаю из них все дерьмо. Ну и хули с того, блядь. Ну хорошо, до банды схожу. Ага, не подходит. А чё не подходит? А чёрт, достали таких! Ты как тот чувак, не вылез. Теперь уже точно никуда не допрыгну. Спасибо, за мной долг. Может, он тебе одноразовый? Может, кстати. Да не, хер там. Я что-то не понял, блядь. Вообще ни хера не пойму. Типа, у меня уже хп нет, чтобы особо прыгать. Вот они! Перезаряжаю! Ну, типа, если я, допустим, даже туда переберусь, что там хорошего? Ну, там, скорее всего, куда-то. Давай, сейчас, может, сейчас, походу, сейчас сольюсь, попробуем на месте. Ну, по факту, эту хрень перепрыгнуть как-то можно, только не помню, блин. Пиздец какой-то. Видишь, я об башку, блин, сразу бьюсь, пизда руля. А тренеру похуй, блядь. Мне поднимать не будет. Ну и, блядь, хуйца. Здорово тебя отделали. Ну, давай, поднимайся. Ты сейчас... А, не, еще ничего. Меня так просто не убить. Блядь, что где-то есть аптека, я не знаю еще. Я тоже так думаю, наверное, блядь. Какая-то очень непонятная хрень. И биться. Сейчас надо, короче, попробовать не заходить в ту комнату. Чтобы меня, блядь, вниз не кидал изначально. Да, блядь. Я не собираюсь подыхать в этой глуши. О. Рошаля же сдохла от этого. В следующий раз станет для тебя последним. Спасибо, брат. You understand, блин. Да-да, там надо немного. Все равно уже ЧБ сейчас. Прощай, Рошель. Ты, бля, все равно сейчас убьет уже, короче. Он еще покажет свое ебле. О. Плевотная граната. Блядь, я успел спастись, ёпта. И куда я, бля, укину, я так и не понял. И она, походу, у нее там осталась.
А что, ты типа можешь следить за этим местом? Определенно нужна помощь. А где оно вообще-то место находится? И все равно одно хп. Ну что, какая-то странная хрень, кстати. Вообще не... Заставка. Ебать. Ого, нахуй заставка перед между уровнями, да еб ты после смерти. Ну, конечно, дохуя интерактивно, я понимаю, да. Сейчас опять этих грязевиков тут дохера, блин. Опять этот их дрочить. Короче, Олег, вы хотите нет. Да-да-да, потому что сейчас они опять начнут ебать мусор. Еще и жаки за дикую ела, блядь. О, попиздили вот твари. Блядь, кура сзади. Я пытаюсь за этих тварей, блядь. Они, блядь, окружают, нахуй. Нет, дробовик тоже. Блядь, пойду, короче, я, наверное, полечусь. Да иди ты нахуй, блядь. Здесь они напрягают, ну. И заберу, короче, ту аптеку там, которую. Я это тварина уже. А, ясно. Ай, бля. Ладно. Блядь, курил. Пробую сейчас тоже взять, потому что скотина сейчас опять начнет курить, блядь. Мы уже готовятся, блядь. Да умираем, блядь. Смотри, какие, блядь, наглые. Суки. Танк! Это еще зачем? Ну дай теперь я захаваю. Там еще. Ну. 107. Где эта скотина? Вон он, блядь. Ублюдок нахер. Ой, ебать, он его там. А Сереж, я взял снайпуш, чтобы сейчас здесь еще выцелить этот баллон. Теперь там, кстати, пайпа, да, риснулась. Ну туда я заходить ебал, до свидания, блядь. Не, да. Ну да. Ну давай, давай. Увидишь, что там затрешится. Попробуй. И потом сейчас взрывы начнутся, к двери там прижмись. Может тебя не выкинь, хотя, наверное, тебя по-любому должно выкинет туда. Стол появился какой-то, блядь. О, мя... Вообще, баллон теперь не появляется, что за дичь? Типа покаяться? Ну, блин, кстати, может. А теперь даже не появляется этот баллон. Почему-то. А, кстати, только что тебя видел, где ты находился. Смотри, тупо нету. Может, он в рандоме там где-то? Все равно, может, он стоит. Да что это за... А, он где-то там на рандоме стоял. У нас смысла, по-моему, от этой доски все равно сейчас. Не, она его увидела, я. А типа, я не помню, там, когда ты заходишь, эта стенка не разрушена была. И типа ты мог к той тумбочке подойти, там где-то свеча стоит. Блин. Тоже какая-то хрень.
Так кто-то хрен запрыгнешь. Походу сейчас придется опять переигрывать. Перезаряжаю. Блин, ты, наверное, головой ударишься. Скользуешь даже. Да-да, блин. Давай надрики попробую, хуй знаю, вряд ли чем-то поможет. Да ёбаный рот, только адрик всрал. Чё это бичня за мной, там где-то сзади дышит в спину. Блин, только адрик всрал, ёпта. Это бомж еще бежит. Пиздец какой-то. Я не знаю, типа так надо прыгнуть за воротом как-то. Сейчас здесь все полетит прямо в ад. Это сразу ТП-ш. Да блин, я тупо даже прыгнуть не могу, ёпта. Сваливаюсь, не успеваю нажать прыжок. Мне кажется, надо переиграть, блин, опять. Какая-то лажа. Надо попробовать вдвоем зайти сразу достать. Че это, ёпта, за это? Давай, может, просто может... А нет, тут рестарт компа. Ну, давай. А ну покажи, куда падаешь. А, я тебе понял. Я понял, там. Опять эти сейчас херов отстреливать. Какие-то вообще дикие. Бляха. У них еще вообще по одному хп. Да какая-то такая стрёмная хрень. Я думал, это, блин, что-то поинтереснее. Я, ну конечно, там. Ну блин, ну типа сложно хер ничего. А сейчас попробую эту хрень запустить, я так и не понял, как она вообще работает, эти паркур. Да не, кстати, нажимал. Ой, блядь. Возьму снайпу, потому что это паскуда, сейчас закурить захочет. Не закрывается, главное, блин. Сейчас еще сзади, блядь, полезу. Блин, тренер, стрелять будем или как, блин? Ну да, кстати. Ебать. Ага. А, он и курила, блядь, еще тварь. Ебать, там еще и плево. Пиздец. Быть, она заплюнула. Фижок, идет. Творил. Да нахуй идите, блин. Опять куру. Это заебли, блядь. Они как будто реально. Как будто они по скрипту спавнятся, слышь, блин. Какая-то, блин. Учитывая то, что тонко было хп овер, да хуя еще. Ну да. Перезаряжаю. Еще, блядь, бежит. Бич. А не можешь пройти? Оно взорви, кстати. Перезаряжаю. Упало? Блядь, ну давай захаваем лапши. Сто пятьдесят. Да ебаный. Ну, 138 теперь. Ну окей, давай вдвоем зайдем, я не знаю. Или что. Давай, раз, два, три. Блять. А я. Смотри, я тут задержу дверь.
вряд ли ты выйдешь. Ладно. Ну. Джампхир. А, понял, там, короче. Ну, короче, на одну секунду появляется какая-то типа хрень, и на нее типа надо успеть перепрыгнуть. Вы что, ебанулись, блядь? Это ж танк! Так, а смысл, если я, допустим, даже прыгну на эту хрень? Она пропадает через секунду. И, блядь, какой от нее вообще резон? Я что-то не пойму. Понял, тут, короче, появляется какой-то типа камень. Вот тут. И он пропадает через секунду, ёпт. Ну, типа, ты когда падаешь, он тут появляется. И сразу же почти пропадает. Я не понимаю, куда надо успеть перепрыгнуть после этого. Типа там как-то сбани хопить, блядь, или еще, не пойму. Ну, твой, куда это приведет? Нет, там тебя прыгнет. Блин, а какая-то хуйня. Пиздец. Танк, танк, танк! Давайте, поживее. Бежим, бежим, не, ну это бежим. Какая-то хуйня, блин, на самом деле. Поможет мне или как? Тупо самое настоящее, блин. Америки. Да я за него под пули встану. Я тупо не допрыгаю до той хуйни. Да, скример, кстати, и не такой громкий, я думал, он погромче будет. Да-да-да. Там. А какую фигню сразу? А, тебя сюда. Кстати, ну подожди тут. Ты, блядь, только ноги переломал. Я не ТП-шнулся, я просто упал. Я по той стороне начал лезть. Блять, ну я хуй пойму. Да, да, да. С опять адрес попробую ебать, но вообще-то, наверное, я просто его всру, Дэйвс. Да, блять, тупо нахуй не дохожу. Апокалипсис, это не так уж плохо. О, черт, у меня скоро палец отсохнет стрелять. Здорово, из них выбили все. Не, хер его знает. Давай на паркур сходим. Ну его нахер, блин. То, что что-то реально непонятно, блядь. Посмотреть, кто-то проходил вообще эту карту или нет. Оказывается, как всегда, наверное, что-то очень простая развязка, блядь. А мы тут, блядь, тупим, ебт. Я лечусь! Прикройте меня! Ладно, я пойду чекну, как эти карты запустить. Попробую, сейчас, ну, блядь. Сейчас загляну. Да ну его надо, ему надо опять перезапускать. Может, потом будет чекну со второй просто. А? Кажется, она. Ну, сейчас, знаете, еще гляну. Давай. Блять, так я не пойму, где эти карты запускаются.